друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу вам карту на прятки для Майнкрафта Bait Edition. После установки этой карты в вашем Майнкрафте появляются настоящие прятки, или, так сказать, три комнаты, в которых вы будете прятаться вместе со своими друзьями. Ну что ж, это уже третье обновление моей карты, и да, карта опять же зарабатывается мною. Но здесь я обновил спам, как видите, спам был целиком обновлен. Вот я добавил такие иконки, оружие, зелье, ну и по мелкому, конечно, все. Но вот здесь я ничего, к сожалению, не изменил, друзья. Ой-ой-ой, нам сюда не надо. Так, пошлите вот сюда. И что ж, давайте отправляться на наши комнаты. Да, как сказал, были добавлены две новые комнаты. Вот эту комнату уже все видели. Но я добавил кухню и добавил, конечно, там ванную. Ну что ж, вот так вот будет выглядеть кухня. Надпись «Hello», ничего необычного. Холодильник, в котором также сможете залезть. И здесь просто очень много новых мест. А теперь давайте отправимся в нашу ванную. Вот так теперь выглядит вот эта ванна. Это просто шикарно, друзья. Смотрите, порошок, стиральная машинка, умывальник и, конечно, наш кран. А также здесь рядом есть вот такая губочка, на которую вы можете просто посидеть, ну или что-нибудь поделать. Также есть ящик, в который вы сможете вот так залезть. Вот так. И, конечно, здесь вы сможете спрятаться. Здесь есть даже потайные места. К примеру, вот так можно залезть и просто присесть, после чего ваши друзья вас видеть не будут. Ну что ж, также есть спуск еще вниз. Тоже вы можете спуститься, и после чего вы попадаетесь в вот этот шкаф, где вы уже будете прятаться полноценно от своих друзей. Так, здесь я уже заметил маленький баг, друзья. Так, подождите. Вот, теперь отлично. И давайте подниматься наверх. Здесь вы, конечно, тоже сможете спрятаться, но все-таки... Да блин, что ж такое, друзья? Так, и же я опять заменил не тем цветом. Вот поэтому, когда я обозреваю какие-то карты, мне в руки лучше брать медь, потому что им я точно ничего не сломаю. Но, к сожалению, в кран залезть вы уже не сможете. Вот, ну, может, каким-то чудом отсюда сможете залезть сюда, но туда уже попасть вы не сможете. Конечно, вы также сможете залезть вот эту стиральную машинку. Вот такая большая стиральная машинка у нас есть здесь. Ну что ж, как видите, карта увеличилась прямо в два раза, поэтому играть на ней вам станет в два раза интересней. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.